Український фристайліст Олександр Абраменко виборов золоту медаль в лижній акробатиці на Олімпіаді в П'янчхані. А чи знають про історичну перемогу спортсмена в його рідному Миколаєві? Ми вийшли на вулицю міста, щоб знайти відповідь на це запитання. Знаєте, хто такий Олександр Абраменко? Я що? Він ж чемпіоном став позавчора. Дуже радий за нього. З удовольствием смотрел і щастя йому. Успіхів йому. Дальнейших. Тим більше він сьогодні говорив, слышав про Олімпіаду следующую, що він буде виступати. Таких же ему достижений. Да, это парень, который взял золото вот буквально, не помню, несколько дней назад. Это очень большая гордость, потому что я сам спортсмен. И при мне наша база фристайла открывалась. Это большая гордость. Вы знаете, кто такой Олександр Абраменко? Нет, я не спортсменка и спортом не занимаюсь и не интересуюсь даже. Выиграл медаль золотую, насколько я знаю. Я сам його не знаю, він з Миколаєва, мабуть, казали. Ну, радий за наших спортсменів, і всі ми за них болівали. Слышав, що наш Абраменко завоював золоту медаль. Золотий медаліст. Ви знаєте, що? Ну, звісно, а куди ж? У нас хоч одна медаль в кінці-то концов. І я дуже рад. Да, знаємо, він перше місце. Що, золото? Да, золото. Круто. Да. Удачі. Всего самое лучшее, тренировок и всего самое лучшее. Супер просто было, все прыжки великолепно, я ради него и посмотрела Олимпиаду. Поэтому я так просто, извините, встряла, ну здорово. Поэтому, Саша, привет. Що ж, дорогі наші друзі, ми дізналися, що миколаївці дійсно люблять нашого олімпійського чемпіона. Усі знають, вже, мабуть, відоме і легендарне стало ім'я Олександр Абраменко. А ми наразі, як і обіцяли, поспілкуємось із нашим ранковим гостем. Тож до нашої студії завітав батько Олександра Абраменка Володимир Абраменко. Доброго ранку вам. Доброго утра. Нещодавно, 18 лютого, ваш син, гордість нашого міста, нашої країни, отримав золото. Ви як найближча людина до нього, одна з найближчих. Які були перші емоції у вас? Ну, во-первых, я смотрел этот прямой эфир непосредственно, да, финальных прыжков Сашиных и также квалификацию смотрел. Ну, я вам признаю честно, что я смотрел всю программу, но когда Саша прыгал, я выключал. И смотрел, потом мы контролировали, это в электронном варианте, это намного проще, знаете, когда уже есть результат, когда есть видно, какое он место занял, ты видишь, что он проходит дальше, это, конечно, эмоции, да. И честно говоря, что первый день, когда квалификация была, вот очень сильно нервничали, очень, все мы очень сильно нервничали, потому что такого не было, я не припомню, чтобы квалификация, первый прыжок 123 балла и непроходной. Это девятое только место. Вот я вспоминаю Сочи, 117, там это. Не было такого, чтобы. И когда пришлось идти на второй прыжок, я просто говорил Саше, ну, про себя, чтобы он только собрался. Чтобы только он психологически смог собраться и выиграть. И это. И он, в принципе, говорит, когда он уже, ну, это уже, я забегаю вперед, когда в финале уже, он ехал, когда по канатке они поднимаются, когда на самый верх, чтобы прыгать, он то же самое говорит, я просто молил Бога не занять первое место. А чтобы у меня все получилось. Поэтому, естественно, радости очень много было, конечно. Якою ціною була здобута ця перемога для нього з моральної, з фізичної сторони? Ви знаєте, Саша давно к этому шел. Это его, знаете, четвертая Олимпиада. Но я вам скажу больше, реально, когда мы его провожали, но мы его очень рано провожали, мы его провожали на этапе Кубка мира в Америку, где он добывал эту лицензию на эту Олимпиаду. Так получилось, что мы раньше всего, раньше его отправили, да, до Олимпиады. И когда мы его провожали, мы, знаете, вот по уровню его подготовки, по классу его программы выполнения прыжков, мы надеялись на то, что будет медаль. Но чтобы золотая медаль, честно говоря, нет. Відомо з наших минулих сюжетів, попередніх, що ваш син з самого дитинства був дуже самостійним. Як ви думаєте, допомогло йому ця самостійність в тому, що він все-таки переміг? Ну, самостоятельність, це треба віддати должне мамі. Вона йому давала можливість самостійно діяти, ну, самостійно, ну, жити, пускай буде свою маленьку, але свою життя. Да?
Я, честно говоря, я военный человек, у меня очень было мало времени для того, чтобы, честно говоря, тоже заниматься. Как я говорю, я занимался редко, но строго. Поэтому вот я совместно с мамой, естественно, мы дали вот такое воспитание нашему сыну. И на самом деле, да, самостоятельность еще проявлялась в том, что он мог сам себе встать, приготовить завтрак, мог пойти собраться и пойти в школу. Мало того, самостоятельно, мы, когда уже переехали на район Северный жить, он самостоятельно ездил на тренировку. А сколько ему было лет? Ну, это было лет 9-10. Если он троллейбус, так он троллейбусом ехал до Адмиральской, а до Сухого Фонтана он шел пешком. Ничего себе. Ходил пешком, да. Я говорю, ну, тебе не страшно? Он говорит, а что, нет. У интервью. Не страшно. Он постоянно ему не страшно. От, почему і пристало говорив? Тому що було не страшно. Да. Ось щодо того, що не страшно, під час фінального стрибка вашого сина усі глядачі затамували подих, і із його вже після коментаря ми дізналися, що це досить ризикований був стрибок. Як до нього готувалися ви, ваша дружина? Наскільки важко було вам це усвідомлювати, наскільки ризикованим є цей крок? Ну, вы знаете, мы когда с Сашей разговаривали, и он говорил, пап, я готовлю еще третий прыжок в третьей своей программе, это 3 с 4, чтобы все 3 прыжка были очень высокой оценки. А на какой стадии он был, я то же самое не знал. И получилось так, что он его выполнил. Потому что на сегодняшний момент формат этих соревнований, этих Олимпийских игр, он требует от спортсмена иметь программу, хотя бы 3 прыжков, которые могли бы в финале принести какой-нибудь результат. Мы видели все, да, что когда Саша прыгал, 3 прыжка, стабильно, уровень, сложность очень высокая. У белоруса 2 прыжка было, 3-го не было. Ему пришлось этому парню просто-напросто идти и повышать вот здесь. Он его прыгал, может быть, на воду, может быть, мало где-то. Но они все тоже рисковали, потому что они уже видели результат, такой высокий, им просто пришлось рисковать. Это единственное, что у китайца было в запасе, то же самое программа, как у Саши практически, это 3 прыжка. И мы видели реально, что и китаец очень хорошо прыгнул, этот спортсмен тоже очень хорошо прыгнул. Но те погрешности, которые увидели судьи, они отдали предпочтение Александру. И это, в принципе, как говорится, законно. На одному із своїх інтерв'ю Олександр сказав, піти на його виконання, про стрибок, піти на його виконання – це був великий ризик, але я впорався і думаю, виправдав не тільки свої очікування, а й очікування всієї країни. Тож, Олександр, напевно, ну він говорить, що це був як і ризикований прыжок, так і найкращий в цьому сезоні для нього прыжок. Ну, ви розумієте, коли вже конечный результат очень важен, да, и вот мы стоим уже на старте, последний прыжок, и от этого прыжка все зависит. Естественно, человек собирается, тем более, больше чем уверен, я знаю, что вся Украина держала кулаки, как мне писали, звонили, рассказывали, да синевые руки были у людей, которые держали кулаки за Сашу, и это, скорее всего, это, ну, энергетика, и наша энергетика, как родители, тоже передалась Саше, и на самом деле, и у него также получилось внутри это. Я вам скажу, практически в финалах все спортсмены, все фристайлисты, все лыжные акробаты, они идут на этот риск, потому что риск должен быть, оправдан должен быть риск. Поэтому они видят по результату соперника, и тогда они включают. И надо ему прыгать этот сложный прыжок или не надо. В этой ситуации Саше он понадобился. 3-й прыжок и именно такой. Слава Богу, он получился так. А ось хто підтримував Олександра саме там, був разом з ним, поряд? Іменно в Кореї? Так. Ну, я знаю, була делегація от України, да, это і Бубка, і Мележик, і члени правительства, то же самое, і Жданов. Были, это министр, они все эти все поддерживали. Ну и все ребята, все со сборной Украины, то же самое, естественно, его поддерживали. В этот момент его поддерживали, напутствовали Сашу.
Перемога Олександра дійсно є довгоочікуваною. Вона порадувала наше місто, область, країну. А ось ви та ваша дружина наразі для миколаївців та для українців є прикладами того, як варто виховувати справжнього олімпійського чемпіона. Можливо, поділитесь якимись секретами виховання для таких самих батьків спортсменів, у кого підростають маленькі ще спортсмени, юні спортсмени? Ну, вы знаете, как каких-то основных, каких-то нету. Обычный ребенок в обычной семье, просто немножко больше самостоятельности, больше давали ему выбора, правила выбора, да. Вот я еще раз говорю, что как военного, ну, вы прекрасно понимаете, не было времени вот заниматься, да. Не хватало, недостаточно было времени. Поэтому у меня была одна книжка «Его воспитание». Это кроха, да, что такое хорошо, что такое плохо. Какой-то что-то раз провинился, детский сад, там маму вызывают. Я открываю, говорю: Саш, вот это хорошо, вот это плохо. Тебе выбирать самому. Вы понимаете, поэтому надо давать больше самостоятельности, направлять деток. Ни в коем случае не надо их там, как я иногда, и может даже где-то очень строго, может быть, и подходил к этому. Вот, не надо, надо давать больше самостоятельности, больше объяснять деткам, больше наставлять их на путь, рассказывать, что это вот это хорошо, вот это плохо, и они должны сами уже это, в этом определяться. А так больше секретов, как таковых, и нету, честно говоря. Зараз багато йдеться про занедбаний наш миколаївський трамплін з фрістайлу. Як ви думаєте, чи варто його оновлювати? І взагалі, що в Україні має бути для того, щоб готувати таких спортсменів? Чого не вистачає для дійсно гарної спортивної бази у нашому місті для підготовки миколаївських спортсменів? Ну, розумієте, вокруг зараз цього вопросу дуже багато, дуже мнений багато. Всі розказують, всі обсуждають. Это хорошо, да, что начали это обсуждение, начали говорить про этот, именно этот момент. Но мое личное мнение, прекрасно вы знаете, да, почему прекратилось там тренировки детей, потому что речка не соответствовала, да, чтобы люди могли там прыгать и купаться и так далее. Поэтому и он начал немножечко, сходить на нет. Да, сходить на нет, потому что второй вопрос, это вы понимаете, эта вышка, она приспособлена для того, чтобы тренировать деток маленьких, которых только вот начинают они, только начинают эти прыжки во фристайле, первый шаг делают во фристайле, чтобы они могли понять, да, психологически пройти это, чтобы прыгнуть, чтобы тренер мог понять, пойдет он на фристайл, или он пойдет и останется на батуте в акробатике. Вот почему Сашу отобрали 30 деток, я знаю, что было вот в этой группе, да, которые отобрали первую. Ну, один Саша, который Юрий Михайлович Кобельников, его же тренер, который ставил его на лыжи, непосредственно на этом трамплине, который тренировал сборную Украины здесь, у нас, в Николаеве. И он говорит, ну, вот вы понимаете, вот прыгают хорошо, гимнастика хорошо, на батуте отлично. А вот как вопрос становится с трамплина, а есть психологический стопор, момент, все, и человек говорит, нет, я не буду, и родители говорят, он не будет участвовать, он лучше вот там, вот где-то там будет. Саша прыгал, психологически мог настроить себя поэтому. Поэтому я говорю, вот этот трамплин непосредственно, он для этих моментов, это для первого шага, будем так говорить, маленьких фристайлистов. А на самом деле, вот я знаю, что в Швейцарии, в Канаде, в Америке, очень хорошие, это то же самое под открытым небом, летние такие специальные комплексы. Вот как посмотришь, ну вроде сложного ничего нету, да? Бассейн, вышка. Ну там, естественно, есть специальные эти, чтобы разряжать воду, чтобы не было плотности большой воды, да? Просто все. Минск пошел дальше, это Беларусь пошла дальше, это построили целый комплекс. Ну, это хорошо, да, там есть и фристайл, можно отрабатывать прыжки, и там прыжки в воду, там водные дорожки, где можно пловцы тренироваться, это весь комплекс, это вот замечательно. Поэтому вопрос в этом стоит, вот стоит обновлять или построить новое? Ну, это уже выбор наш, насколько мы будем в этом заинтересованы, это уже выбор нашего руководства, это уже его выбор, они будут определяться. Ну, я как скажу от себя, что тогда мы с Сашей еще разговаривали, чтобы обновлять этот трамплин. Он говорит, смысла нет. Смысла нет, нужно строить новый просто-напросто. Потому что все равно спортсмены большого уровня тогда будут тренироваться за границей. И деньги мы будем платить там, другим странам, другому государству просто-напросто. Потому что уровень этой вышки, он не соответствует.
Ми знаємо, що після перемоги вашого сина ви отримали просто безліч листів підтримки, і сьогодні хочете подякувати всім цим людям, які дійсно показали, наскільки для них була важлива перемога Олександра. Ну, когда произошел последний прыжок, и когда я уже видел 128,51 балла, это достаточно высокая оценка, и когда ждал прыжка китайца, и я видел этот прыжок китайца, у него был прыжок на 128,01, по-моему, если я не ошибаюсь, да. Ну, я видел его прыжок, я потом в записи смотрел прыжок Саши. Судьи были вот объективны в этот момент, судьи были объективны, они видели погрешности Сашины, они видели погрешности китайца. Они практически один в один прыгали. Но приземление Сашин было чуть повыше, у китайца чуть пониже. Вот поэтому вот эти соты, они, ну не соты, а будем говорить, да, да, это полбалла, считай, это много значит. И после этого я не знал, за какой телефон хвататься, включать Viber, включать мессенджер или включать какие-то другие средства связи, потому что было столько звонков. Я кому мог, тому отвечал, благодарил. Но кого я не взял трубку и не сказал, ну, в онлайне, так говорится, да, не сказал. Я поблагодарил всех, я написал в Фейсбуке. Я хочу, сейчас имею такую возможность, спасибо студии предоставила мне, я хочу огромное спасибо сказать николаевцам, людям Николаевской области, которые поддерживали, которые передавали свою положительную энергию. Также я хочу сказать слова благодарности всей Украины. Очень много людей пишут комментарии к той или иной статье, очень приятные отзывы, как... Вот родителям, мне как отцу, как папе, да, очень приятно слышать от людей, которые уже намного старше меня, говорить спасибо за сына, спасибо, что вы так его воспитали, спасибо, что у нас золото. Я говорю, спасибо вам, дорогие, что вы поддержали, что вы дали ту энергию, которую вы поддержали, и вся вместе вот эта энергия, она дает этот результат. Большое спасибо вам всем. Ми дякуємо нашому ранковому гостю. Ми бажаємо ще більше перемог для нашого спортсмена, для нашої гордості Олександра Абраменка. Дякуємо вам за виховання такого легендарного сина. А вам, дорогі наші телеглядачі, пропонуємо наступний актуальний сюжет. Фристайл – зимовий олімпійський вид спорту – загальна назва для різноманітних дисциплін, в яких лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків. В Україні розвиток фристайлу почався у 1980-ті роки. Перші змагання з окремих його видів були проведені в Києві, Миколаєві, Тисовці. За роки незалежності українські фристайлісти неодноразово вигравали етапи Кубку світу та Європи, входили до десятки найкращих на зимових олімпійських іграх. Фристайл з'явився на Олімпіаді в Калгарі 1988 року як показовий спорт. Починаючи з Альбервілля 1992, Могул увійшов до офіційної програми ігор. Повітряна акробатика отримала статус олімпійської дисципліни з 1994. Скікрос дебютував на Олімпіаді 2010. Змагання з фристайлу на зимових Олімпійських іграх 2018 в П'янчхані відбуваються з 9 по 23 лютого в сніговому парку «Фенікс». У рамках змагання розігрується 10 комплектів нагород. 18 лютого Олександр Абраменко здобув історичну перемогу для України у повітряній акробатиці. У фінальній третій спробі український спортсмен вдало виконав складний стрибок. Це перша українська нагорода на Олімпійських іграх у П'янчхані, а також перша олімпійська нагорода в історії українського фристайлу. Таким чином, фристайл став третім зимовим видом спорту, в якому українські атлети здобували золоті олімпійські нагороди.